Так вот, машина. Вот еще раз показываю. Утяги красить. Дырки закрыты. Вот в таком состоянии приехала эта Mazda CX-7 2008 года. В общем, на опыте, скажу так, практически на первый взгляд было все очень плохо. Подвесочка, смотрите, все как новая. Вот у нас промежуточный этап антикоррозийной обработки автомобиля Mazda CX-7. Желтый это у нас кислотный грунт. Весь автомобиль, всю подвесочку, все почистили, обработали кислотником. Конечно же, это нужно делать сразу же, чтобы металл не успел окислиться. Вот теперь смотрите, здесь у нас ржавчины не было. Чистый гладкий металл, следы коррозии, вот такие раковины остаются. Так, что же здесь еще из интересного? Подвеска красится, то есть все это красится специальной краской. Выглядит она один в один как оригинальная, то есть блеск с матовым эффектом. Что же здесь? Подрамник. Только антикоррозийная обработка скрытых полостей здесь никак не прокрасить. Зонтиком все это дело проантикорим. Что еще дальше здесь можно интересно? Вот я вам показывал про защиту порога. Вот если мы откроем, вот видите, чистая дверь. Песочек ее не задел. Подрамник почистили, немножко даже на двигатель залетели, почистили. Амортизатор, суппорт, рычаг. Давайте с этого ракурса посмотрим. Днище чистенькое. Подрамник, вот эти скрытые полости обязательно нужно проантикорить, чтобы ничего не потерять. Я имею в виду потерять в плане эксплуатации. Недавно покупал, точнее не покупал, видел подрамник, который хотел приобрести. Сгнил, то есть в нем сквозная коррозия. И есть машины, которые страдают, даже подвеска сгнивает. Вот недавно была Камри в 30-м кузове, задний подрамник. Сгнил, от руки разбирался. Ну, а на этом автомобиле все спасли. В общем, он будет ездить дальше долгие года. Все Mazda CX-7 сгниют, а эта Mazda останется. Окончание герметика выглядит вот так. Здесь все, что рваное, это получается под герметиком была ржавчина. Это, наверное, один из первых автомобилей. Вот, давайте поближе принесу. Под герметиком все было ржавое. Никакой антикор вам не под, под герметиком не законсервирует ржавчину. Дальше маленькая сквозная коррозия. От нее придется избавляться. Вот здесь везде был герметик. Если мы посмотрим на кучу, смотрите, герметик, герметик. И такого герметика здесь трубка какая-то. Короче, здесь навалом. Вот, давайте я откопал. Посмотрим. Скорее всего, он лежал примерно вот в таком месте. А под ним вот такая ржавчина. Но на самом деле это первый раз, когда под герметиком есть ржавчина. А здесь этого герметика было, ну вот, допустим, видите, вот у нас остался, здесь все оторвалось. И тут такая же история, все по лонжерону, смотрите, было под герметиком, а по факту его нигде не осталось, все отвалилось. Вот здесь отличный пример, герметик, раковины. Ну, это, конечно же, все почистилось, я просто показываю, что... Герметик отвалился там, где была ржавчина. Там, где ржавчины нет, все, он мертво сидит. Ничего с ним не произойдет. Вот опять ржавчина. Все, герметик отвалился. Вот он. А дальше все чистенько, его не оторвать. Оп. Тачку нужно сохранять. С такими ценами на автомобили все считают, что лучше сохранить свою лайбу. Если вашему автомобилю примерно 15 лет, задумайтесь. Это один из вариантов, как спасти ваш автомобиль. А, друзья, смотрите, как выглядит автомобиль. Напомню, ему 15 лет. Давайте-ка посмотрим. Сам обожаю в таком
виде смотреть на автомобиль. Я бы сказал, состояние нового сейчас. Никакой коррозии мы не видим. Подвесочка покрашена. Вот, это не антикор, это краска. Так, по кузову, что же дальше происходит? Акриловый грунт, напомню, желтым. А что напоминать, мы все вместе с вами видели. Полностью все днище обработано кислотником. Кислотник защищен акриловым грунтом. И только сверху мы будем наносить антикоррозийный состав Меркосол. По времени работы неделя. Неделя такая машина. И важен тщательный подход к деталям. Смотрите, защита отпескоструена, покрыта антикоррозийным грунтом, окрашена. Также окрашиваются различные металлические детали, пыльники, накладки. Крышка двигателя окрашена. В общем, машинка у нас будет реально как новая. Приезжаете в сервис, и мастера удивляются. Смотрите, кардан отпесочили, подвесили и все окрасили. Суппорта и тормозные диски, напоминаю, окрашиваются термостойкой краской. Следующий этап у нас будет обработка скрытых полостей, пороги, лонжероны. На этом автомобиле здесь уже ближе к интегрированной раме. Закрыли пленочкой, конечно же, чтобы не попал антикор, потому что дальше наша задача все это покрасить термостойкой краской серебристой, чтобы это выглядело как новенькое. Вот наш антикор, шведский Меркосол, концерн Аусон. Ну, давайте вместе с вами посмотрим, как работает антикоррозийный пистолет. Покажи, как он распыляет. Вот такое облако будет. Теперь засовываем его, можно сказать, опять в интегрированную раму и смотрим, что же будет происходить. Вот я услышу, где-то он в этом месте уже проходит. Давай. Так, подожди. Давай. Вот начал капать антикор. Так, в общем, проще говоря, вот так не спеша трубочка вытаскивается. И все скрытые полости обрабатываются. О, самое. Смотрите, а я думал, в какой момент пойдет туман. Где-то из передней части лонжерона, то есть вот прям практически из-под бампера пошел туман. Обязательно машина укрыта. Если ее не укрыть, будет очень много проблем. Сейчас туман, вот прям антикоррозийный туман. Самое главное, что у него нет едкого запаха. То есть после антикоррозийной обработки в машине не будет запаха. Некачественный антикор всегда неприятно пахнет. Качественный антикор не пахнет. Вот, смотрите, внимательно видите. Конечно, здесь все пролито. При желании можно всегда будет взять камеру, проверить, что же у нас получилось внутри. Но сейчас даже смотрите, где малейшая дырочка, антикор везде вытекает. Вот таким способом обрабатывается каждая дырка, каждая скрытая полость. В стоимость обработки не входят двери. Ну и задние крылья по договоренности. Задние крылья, я имею в виду, именно со стороны салона заднее крыло. Внутренняя часть, конечно, полностью обрабатывается. Также обязательно придется обработать подрамник, скрытые части. В общем, нужно включать вытяжку, будет шумно.
но зато без туманов. Давайте это сделаем. Вот. Вот наш Меркосол. Антикоррозийный состав для наружных поверхностей. Точнее, для днища автомобиля. Так, и что же у нас тут получается? Получается, что мастер не жалеет. Заливает жирным слоем. Смотрите, насколько жирнючий слой. То есть, если вы помните, лонжерон гладкий, чистый металл. А вот тут у нас все сразу же видно, каким слоем мы наносим антикоррозийный состав. В общем, все делаем для того, чтобы вы не переживали за сохранность своего автомобиля. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Чем толще слой, тем лучше защита. В общем, друзья, практически заканчиваем антикоррозийную обработку. Я имею в виду, что все, уже последняя обработка наружных поверхностей, а дальше уже пойдет сборка.